Сегодня урок по упражнению с троской, с длинной палкой. Отработаем базовые движения, базовые элементы, координационные упражнения. Упражнения по телу, горизонтальной, вертикальной плоскости. Палка от тела не отходит. Следующее движение доходит до тела и в обратную сторону. Переводим как вертикальную плоскость, так и горизонтальную. С горизонтальной переходим на вертикальную. Следующая восьмерка сверху. Восьмерка снизу. Восьмерка над головой. Восьмерка сбоку, за собой и перекручиваем перед собой. Перехват за спиной. В руку вкладываем. И прокручиваем перед собой. Движение за собой, перехватываем, переводим перед собой. Упражнение выполняем в комплексе. Сначала делаем по телу, затем рычаг. Восьмерка снизу, восьмерка сверху, возле ног над головой, восьмерка сбоку и вращение вокруг с перехватом за спиной. Эти базовые элементы сначала изучаем отдельно, затем последовательно. И уже когда свободно можно будет вращать палку, мы делаем это в свободном комплексе. С перехватами в другую руку. Движение по с перемещениями. Это развивающие упражнения координационные, которые помогают освоить упражнения с палкой.